Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, с наступлением теплой погоды отмечают значительное увеличение мототранспортных средств на дорогах региона. К сожалению, нередко они становятся участниками аварий с начала этого сезона. Их уже зафиксировано две. В обоих случаях водители получили травмы. В целях предупреждения подобных ДТП госавтоинспекторы регулярно проводят профилактические рейды. Работа в данном направлении проводится с использованием патрульных автомобилей и мотоциклов. Кроме этого, с помощью автомобилей гражданского исполнения проводится скрытый контроль за данной категорией участников дорожного движения. В мае текущего года на территории Пензенской области сотрудниками дорожно-патрульной службы было выявлено 77 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мототранспортных средств.